Всем привет! С вами Дарья. Это мой канал с обзорами корейской косметики. И сегодня я хочу сделать обзор на улиточные кремы. То есть на кремы, которые так или иначе содержат в себе улиточный муцин. А что такое улиточный крем? Это крем, содержащий муцин или экстракт слизи улитки. Улитки могут вырабатывать несколько видов слизи. Одну они используют для движения, а другую для регенерации тканей. Именно последняя и применяется в косметологии. Что же есть в муцине такого, из-за чего поднялся ажиотаж вокруг улиточных кремов? Улиточный крем содержит эластин и коллаген, совместимые с человеческим. Именно поэтому улиточный крем демонстрирует такой мощный антивозрастной эффект. И сегодня я хочу вам показать серию из таких популярных улиточных кремов. Вот, кстати, почему-то не вошел в кадр мой любимый крем от Skin House. Кстати, на него есть также пробники, кому интересно ознакомиться с данным кремом, не покупая его в полной версии. Пожалуй, я с него и начну. Skin House, я про него уже делала отдельный обзор. И сейчас бегло пробежимся по этому крему. Крем содержит 92% муцина, аденозин, комплекс витаминов, и кучу там полезных разных веществ, все перечислять не буду. Очень эффективно борется с несовершенствами кожи, разглаживает рубцы и шрамы, уменьшает пигментацию. Хорошо увлажняет даже сухую кожу, питает, возвращает естественное сияние, сглаживает морщинки и замедляет старение. Его можно использовать так же, как маску. Так, вот он этот крем. У меня этот крем есть всегда и всегда буду его покупать, потому что очень здорово помогает при воспалениях кожи. Если есть что-то, что нужно залечить, вот такая консистенция у него тягучая, но вас это не должно испугать. При регулярном использовании кожа будет выглядеть более здоровой, отдохнувшей, появится легкое естественное сияние, морщинки будут менее выражены, рубцы, небольшие шрамы будут разглажены. С прыщиками, постакне, прочими неприятностями очень хорошо справляется. Вот из минусов, наверное, вот его консистенция, вот эта вот специфичная тянучесть, она не каждому может понравиться. Кроме того, этот крем очень долго впитывается и не подходит под макияж, поэтому использовать его нужно только в вечернее время. Следующий крем, это вот такой кремик от Secret Key. Это не просто очередной улиточный крем для лица. Его отличие от собратьев заключается в том, что в составе крема используется инновационный продукт – секреторное средство, выделяемое черными улитками. Муцин черных улиток отличается по составу от слизи обычных. В нем содержится больше регенерирующих компонентов, поэтому он считается более действенным. Крем, как и все улиточные, является многопрофильным. При регулярном применении производитель обещает улучшение тона кожи, сужение пор, разглаживание мимических морщинок и предупреждение образования новых, а также повышение эластичности и восстановление кожи от постакне. По консистенции он достаточно легкий, но ложится на кожу хорошо. Но вот мне на сухой коже не хватает его питательности, что ли, поэтому он лучше подходит для жирной или комбинированной кожи. При регулярном использовании поры действительно сужаются, улучшается общее состояние кожи. Но вот с морщинками ничего особенного, к сожалению, не происходит. Но и глубже они не становятся. Следующий крем, тоже бренд Secret Key, Prestige Snail Repairing Cream. Заявлено, что крем восстанавливающий и обеспечивает интенсивное обновление и восстановление кожи. Крем такой легкий. Запах у него довольно приятный, нежный и нерезкий. По консистенции он как обычный
крем. Цвет у него просто белый, ничего особенного. По виду он кажется очень легкий, он легко наносится и распределяется по коже. Но при этом я заметила, что он очень долго впитывается в кожу лица. Данный крем не совсем подходит для жирного типа кожи, потому что он разработан для сухой и поврежденной кожи. Но и при сухой коже может подойти далеко не каждому. Способен вызвать мелкие такие прыщики и забивать поры, к сожалению. Но в то же время имеет хороший увлажняющий эффект, хотя некоторым ложится на лицо жирной пленкой. Так что кремик довольно неоднозначный такой, поэтому сначала потестируйте его в пробниках, если решите его купить. Дальше. Вот это просто классный гель. Это гель от Тони Моли. Он содержит 90% улиточного секрета и экстракты цитрусовых. Питает, сохраняя кожу в влажном состоянии. А также борется с ежедневными стрессами и с процессом старения. Ну, по консистенции это гель прозрачный, без красителей, подойдет для чувствительной кожи. Гель имеет довольно яркий аромат цитрусовых, потому что в составе есть экстракт мандарина и ферментированные экстракты цитрусовых. Очень яркий аромат. Мне так нравится, что у меня даже была полная размерка, полная банка вот этого средства. Очень легкая гелевая консистенция. После нанесения оставляет ощущение липкости, ну вот небольшое, но минут через 10 он полностью впитывается, и этот эффект липкости он проходит. Подходит любому типу кожи, он не ложится пленкой, не вызывает неблагоприятных последствий после применения. По эффекту кожа становится здоровее, ровнее, разглаженнее. Морщинки мелкие вот за счет напитанности, что ли, хорошо разглаживаются. Цвет лица становится, видимо, более ровным, таким аккуратным, ухоженным. Кожа тоже становится напитанная. Ну, в общем, могу кучу приятностей только наговорить данному гелю. Убирает шелушение и сухость кожи. Больше подходит для использования в жарком климате или в теплое время года. Подходит для использования на лице и на теле. Гель не содержит парабенов, минеральных масел и бензофенона, а также других аллергенов. И, кстати, в использовании он довольно экономичен. А следующий кремик от бренда Lioli, как говорят корейцы, это интенсивный питательно-омолаживающий крем на основе экстракта улитки. Данный крем содержит всего лишь 67% экстракта улитки. Он эффективно удаляет мертвые клетки, ускоряя тем самым их обновление. Разглаживает, улучшает текстуру кожи, способствует естественному процессу заживления. Ну вот посмотрите, по консистенции это такой мягкий нежный крем. Слегка даже напоминает гель-крем. Аромат слегка цветочный, нежный. Крем в использовании очень легок. Через минут 5 он полностью впитывается, оставляя здоровый блеск кожи. Никакой пленки не ощущается. Данный крем заметно увлажняет, не жирнит кожу, не вызывает прыщиков, покраснений или раздражения. Больше подойдет сухой и нормальной возрастной коже. То есть использовать до 30 лет я бы его не рекомендовала, потому что большую эффективность он показывает именно на коже с первыми признаками увядания. Этот кремик мне тоже очень подошел, очень нравится. Как бы вот у кого сухая кожа с первыми признаками старения, я могу вам его советовать. Дальше у нас идет вот такой крем от бренда CoreSix. Если я неправильно прочитала бренд, то поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Крем мягко отшелушивает клетки, сужает поры, разглаживает появившиеся морщинки, осветляет пигментацию, а также возвращает упругость и отлично выравнивает тон. Крем такой легкой консистенции,
Я бы даже тоже назвала его крем-гель. Он немножко тягучий, посмотрите. Не такой тягучий, как Skin House, но тоже довольно такая тягучая консистенция. Очень легко наносится и распределяется по коже. Запах такой нейтральный, слабый, без химических ароматизаторов. На сухой коже без предварительного увлажнения этот крем может распределяться с эффектом липкости и может даже показаться тяжеловатым. Также он не имеет явного увлажняющего действия, то есть вот для моей сухой кожи он оказался малоэффективен. Я бы сказала даже, что этот крем больше эффективен для жирной и комбинированной проблемной кожи, склонной к акне, высыпаниям, воспалениям, систематически возникающим болезненным подкожником. Вот за счет его тягучей консистенции его также лучше использовать в качестве вечернего ухода. И еще отмечу, что вот за счет такой легкой водянистой текстуры данный крем очень быстро расходуется. Содержит в составе силикон, загуститель и еще несколько потенциально аллергенных и сушащих кожу элементов. Поэтому будьте осторожны, сначала протестируйте его в пробнике перед покупкой. Так, и напоследок, вот такие два пробничка у меня есть, хочу вам показать. Это корейский бренд The Sam, это эссенция и крем, также с содержанием улиточного экстракта. Первая пойдет эссенция. Вот смотрите, эссенция очень легкая по текстуре. Она обладает мощной омолаживающей формулой, восстанавливает структуру эпидермиса, ускоряет синтез коллагена и эластина, а также разглаживает рельеф кожи, устраняя морщины и возвращая коже упругость. Вот по консистенции я вам уже показала, это нечто среднее между гелем и лосьоном. Распределяется по коже очень легко, сложности не вызывает. Впитывается хорошо, быстро, без жирного блеска и липкости. Но лучше использовать после тонера этой же серии. Так как без тонера на сухой коже после впитывания остается такое, как сказать, небольшое что ли ощущение тяжести. То есть для кожи моложе 35 лет не подходит, так как содержит высокую концентрацию анти-эйдж компонентов. И скорее всего именно они вызывают чувство тяжести у более молодой кожи. При пролонгированном применении этой эссенции кожа становится более разглаженной. И напоследок крем. Крем от корейского бренда SSM. Данный крем содержит фильтрат муцина золотой улитки. Он призван восстанавливать упругость и эластичность кожи, а также бороться с пигментными пятнами и визуально сглаживать морщинки. Что имеем? Крем более плотной консистенции, чем остальные вот улиточные кремы. Обладает таким нерезким, не особо выраженным, но довольно приятным ароматом. А вот лично мне после нанесения он оставляет на коже такую пленку, которая не впитывается. Поэтому лучше ощущается кожей с предварительным увлажнением. Несмотря на то, что в составе имеются увлажняющие компоненты, на моей сухой коже данный крем тяжеловат. И чувствуется некоторая жирность после его нанесения. Но что хочу сказать в защиту. Упругость кожи после него действительно повышается. Но вот антивозрастной эффект на имеющиеся морщинки мною не отмечен или он не ярко выражен. Ну что ж, друзья, на этом завершаю свой беглый обзор корейских улиточных кремов. Надеюсь, что кому-то он будет полезен. В любом случае, можете задавать ваши вопросы в комментариях, постараюсь на них ответить. Всем удачного дня и увидимся в следующих видео.